день, дорогие коллеги! Я хотела бы с вами похвастаться заказом втором каталоге. В втором каталоге я подписала под себя сестру и сделала заказ на них по должным баллам. То есть по рекрута, для того, чтобы мне начислили мою основную скидку, то есть нашу зарплату, что я заказала на 100 бонус баллов. Для себя я заказала вот такой набор. Вот из таких двух кремов. Дневной, ночной, и вот такое молочко, и тоник очищающий. Этот уход как бы отбеливающий, как бы в мае у нас очень сильно будет греть солнце, и в мае обычно люди очень сильно загорают. Я решила в этом году поухаживать за своим лицом, чтобы сильно не загореть. Буду использовать. Для того, чтобы использовать этот набор, я взяла для себя вот такие диски ватные. Кто-то из девчонок хвалил, то, что они не оставляют на лице, на глазах ваш серп. Надеюсь, это так. Буду использовать своим набором. Также я в этом каталоге приобрела для маленького ребенка зубную щетку. Я до этого брала, не использовала. Я решила обновить ее. И зубную пасту детскую. Я ее беру для двоих детей. Младшему 2 годика, старшему 9. Я не говорю, у меня пользуется эту зубную пасту. Очень нравится. И купили. Также приобрела для себя, для мужа, 2 зубные пасты. Почему беру по 2? Потому что, чтобы не остаться без зубной пасты, лучше пускай она стоит. Мы остановились на такой зубной пасте. Также я приготовилась немного к 8 марта, с праздничными дарами. Приобрела вот таких 2 дезодоранта. Для своей сестры, для мамы. Так, и еще для 2 дезодоранта для своих теток на 8 марта. Также я для себя приобрела вот такой шампунь. В прошлом каталоге я приобретала шампунь и бальзам. Бальзам остался, и я решила приобрести только шампунь. Также я воспользовалась акцией. Взяла вот эту щетку, правда, она не закупилась, значит, надо пользоваться. Щетки были в том каталоге, кажется, по 304 тенге по акции. Очень хорошая цена, нам нравятся эти щетки, я решила обновить. Также я приобрела для себя вот такие блески. Один блеск, он просто как бы блеск для губ, а у одного немного оттенок такой, ну тоже не такой, не слишком яркий. Без козыла, все очень хвалят, и я решила попробовать. Сразу взяла 2. Мужу я приобрела вот такой дезодорант. И моя подруга мне заказала вот такой детский мыло. Мы пользуемся таким жидким детским мылом, очень хороший, не слишком такой запах, не слишком сильный. Никакого раздражения, очень приятный, нежный. Надеюсь, ей понравилось. Так, за то, что я сделала заказ 100 бонус баллов, мне компания подарила 3 подарка. Первый подарок — это вот такие 2 крема и такой очищающий тоник. Это был один подарок от компании. Второй подарок — это вот такой вот нож кухонный. У нас летом была акция, я приобрела такой нож, только зеленый, для рыбы и для мяса большой. А этот поменьше, буду пользоваться. Так, это второй подарок. И третий подарок — это, конечно, Игорь-рецептор. Игорь-рецептор, Wellness-Pack. Я думаю, что здесь рецепты с изготовлением продукции Wellness-Pack. Надеюсь, почитаю, попробую, будем слушать. Еще положили вот такую вот брошюрку. По этой брошюрке сказано, да? То есть, если ты участвуешь в трех каталогах в акции, то есть делай это 50 баллов, ты сначала получаешь значок, потом коробку конфет, потом фиалушки с кошкой. Очень хорошая акция. Я вообще люблю участвовать в акции, стараюсь участвовать во всех. Так что в этом тоже буду участвовать. Так. Еще я до этого участвовала в акции. Самый такой приятный подарок на сегодня. Это вот этот планшет.
Я участвовала в акции «Живи полной жизни» от компании «Reclaim». Сделала 6 шагов, 6 каталогов. И мне в этом каталоге сделали подарок. Вот такой вот. Представьте. Даже написано. «Reclaim». Не как во всех планшетах, здесь такое есть приложение «Reclaim». Так что, думаю, люди будут играться. Они будут очень довольны. Я тоже довольна вот таким подарком. Также вложили мне третий каталог. Думаю, что в третьем каталоге очень много акций. 8 марта. Дарите своим близким, родным. На 8 марта подарки. Будете получать тоже от компании подарки. Всем спасибо. Всего доброго.